несколько льстит даже для себя самого, что начиная с 2009 и дальше года я смог рассказать. А с другой стороны, это меня вооружает меня к тому, что небес – единственное спасение для этой страны, что вот вернуть ту страну нельзя никак, никогда, ни за сколько, ничего. Единственное спасение для этой страны и для людей, которая должна будет разделиться на часть, которая часть умирания, это к утилизации, и часть развития, это создание небесного Иерусалима, еврейско-украинского государства на территории 5 южных областей. Давайте теперь коснемся текущей обстановки и самое логичное несколько слов о выборах, до которых, как мы знаем, осталось чуть менее 2 месяца. Да, перед этим давайте узнаем, сколько у нас осталось времени, сколько мы можем здесь еще находиться. Сара, сколько нам осталось времени? 2/4 часа. Спасибо. Немного времени, но я думаю, что мы справимся. По поводу выборов. Нас спрашивают, кого будет на выборах поддерживать Совет Благоволителей Небесного Иерусалима? Ответ у Совета Благоволителей Небесного Иерусалима один. Мы не будем поддерживать специально никого, но, с другой стороны, не будем никого и ни с кем портить отношения. Небесный Иерусалим – это в будущем это такое государство и такое образование, которое ни с кем не будет портить отношения. В нем будут уживать и волки, и агнцы. И если на выборах одержит победу любой из кандидатов, мы будем приветствовать любого кандидата. За исключением. Вот. За исключением, если этот кандидат будет позволять себе антисемитские высказывания, либо будет стоять на позициях антисемитизма. В этом случае Совет Благоволителей Небесного Иерусалима резко выступит против этого кандидата, и я почти уверен, что он сможет лишить его финансирования. Вот такой вам ответ. Для грядущих выборов для нас самое главное, чтобы не вылезли змеи и спруты антисемитизма. А он, я хочу сказать, что антисемитизм, он повсюду. Нельзя расслабиться буквально ни на минуту. У нас, как подразделение Небесного Иерусалима, существует такой отдел, называется Council Watch, то есть наблюдательный, который мониторит все выступления политиков, интервью политиков, телепередачи, ток-шоу на предмет антисемитизма. Что мы заметили, что сейчас перед выборами антисемиты хотят взять реванш? Прежде всего, мы все чаще слышим словоупотребление «украинский еврей». Это абсолютно недопустимо. Я считаю, что это оскорбление любого украинца и любого еврея. Потому что правильно говорить «еврейский украинец», можно даже говорить «еврейский украинец», но ни в коем случае не говорить «украинский еврей». Почему? Например, когда мы говорим «афроамериканец», мы имеем в виду и всегда в мире правильно сначала называть национальность или принадлежность этническую, либо даже верой принадлежность, а потом называть страну его, гражданство. Поэтому афроамериканец – это африканец, который является американцем. И, конечно, нельзя говорить «амера-афр», понимаете? Вот. Можно много подобных примеров приводить, но я хочу, чтобы все телеведущие, все на ток-шоу себе, грубо говоря, втемяшили в свою голову, которая еще больна бытовым антисемитизмом, что правильно говорить «еврейский украинец», а не «украинский еврей». Потому что сначала национальность, а потом государственность, а не наоборот. Таких немного осталось. Немного. Я надеюсь, что немного, недолго осталось. Вот. Второе, то, что мы увидели, как все общество пронизано интегральным антисемитизмом. Вот я ехал к вам навстречу, и мне дали отчет по Council Watch, где описана ситуация с ток-шоу на телевидении, которое было буквально, может быть, 5 дней назад, может быть, 6 дней назад. Это телеканал «Наш». Это, конечно, не реклама сейчас и ничего, что я вам говорю. Я никак не связан с этим телеканалом. Телеканал «Наш», было ток-шоу, и в нем был Владимир Быстряков. Кажется, Владимир Юрьевич Быстряков.
13 декабря, я помню, у него был день рождения, ему 72 года исполнялось. Это уважаемый, прекрасный, талантливый, умный и добрый человек. И казалось бы, откуда там антисемитизм? А нет. Даже такой человек, которого я описал, все равно внутри себя, подспудно, даже, может быть, не осознавая, самое плохое, не осознавая того, является антисемитом. Причем в его годы уже, боюсь, что он закоренел им. И как это проявилось? Проявилось как? Ну, он, например, когда его спрашивают, чем, по вашему мнению, талантлив наш украинский народ? Знаете, что он отвечает? Он отвечает, что, как, например, 70% российской эстрады – это украинцы. Но позвольте, это же неправда. Давайте возьмем вот кого-нибудь, список основных участников вот этой украинской эстрады в России, так как он ее называет. Давайте перечислим, да? Например, Вера Брежнева, она сейчас киперман. Светлана Лобода, Грановская Надежда, Ани Лорак, Лолита Милявская, Ёлка, ну, Елизавета, Анжелика Варум, которая из Львова, Альбина Джамабаева. Я хочу сказать, что 70% российской эстрады – это еврейские украинки. И говоря, называя их, что это украинская эстрада, в некотором смысле он лишает наших прекрасных, красивых еврейских украинок права именоваться еврейками. Давайте простой пример приведем. Представьте, что, например, из Узбекистана переехало несколько очень талантливых, очень умных евреев и выступает на российской эстраде. И узбек, сидя в Ташкенте на телевидении, скажет, российская эстрада на 70% является узбекской. Нет, она является на 70% еврейской. И четвертым законом антисемитизма является то, когда люди нарочно или не нарочно умаляют заслуги еврейских украинцев. Надеюсь, что сам Владимир Юрьевич, он сможет пересмотреть свои внутренние взгляды. Конечно, антисемиты могут написать, он имел в виду не национальность, а гражданство. Это тоже не так. Потому что, например, у перечисленных наших красавиц и героинь, у них больше, чем у половины есть паспорта Израиля, а у второй половины есть российские паспорта. То есть ни по гражданству они не являются в полном смысле украинской эстрадой, ни по национальному составу. Поэтому давайте не будем принижать. Давайте скажем так, что тот главный десант украинской эстрады среди женщин и, конечно же, среди мужчин, если мы сейчас начнем вспоминать все фамилии, ну, даже один из кандидатов в президенты, все-таки это украинцы по гражданству, или так, по прошлому гражданству, но никак не по нынешнему и не по национальности. А передачу эту вел как ведущий Тигран Мартиросян. Очень умный парень, и также у него есть... скажем так, в крови, в его пращурах есть отношение к идеям Небесного Иерусалима. Он говорит, вот когда Быстряков это говорил, что российская эстрада состоит из украинской, он говорит, у меня кулаки от отчаяния, от боли сжимались. Но ввиду того, что он воспитанный, интеллигентный, молодой человек, очень грамотный, он говорит, он смог перебороть вот этот барьер, когда он хотел прямо ответить Зарякову, что нельзя отнимать у еврейского народа то, что у него есть, и лучше бы не приписывать украинскому народу то, чего у него может есть, но в данном случае это было не так. Ну, наверное, я... Ну, то есть быть предельно взвешенным. Конечно. В своих суждениях. Это то, что я вам сейчас рассказал, тот случай с Быстряковым, это так называемый интегральный антисемитизм. Это когда он даже не понимая, не осознавая, все-таки продолжает оставаться вот, в высказываниях, в своих представлениях о мире антисемитом. Вот. И я надеюсь, что он
на следующем ток-шоу принесет извинения перед всеми еврейскими украинцами за то, что он назвал их украинскими украинцами, тем самым лишая их права на их национальность. Вы знаете, в отношении Владимира Юрьевича меня успокаивает только одно, что наш сегодняшний разговор будет доведен до его ведома, и он сделает соответствующие выводы. Я уверен в том, что он умный и благородный человек. И он сделает соответствующие выводы. И сознательный. И сознательный, безусловно. Поскольку времени у нас сегодня немного, не могу не спросить у вас, какие новости за последнее время по линии Небесного Иерусалима. То есть какие новшества? За последнее время из позитивных новостей это, прежде всего, это визит Нетаньяху в Одессу. Это будущая культурная столица Небесного Иерусалима. Для нас это очень важно. И это исторический визит, я хотел бы так сказать. Если учесть то, что Нетаньяху входит в совет благоволителей Небесного Иерусалима, то вы понимаете, как это все вместе сочетается. Следующая позитивная новость, что внесен закон в Верховную Раду о разрешении официально второго гражданства. То есть граждане Небесного Иерусалима могут быть одновременно и гражданами Небесного Иерусалима, и гражданами Израиля, и гражданами Украины, например, ну или США. Вот. То есть закон о разрешении второго гражданства не запрещает и третье, и четвертое, и пятое. Следующий позитивный момент – это то, что президент Порошенко посетил Израиль и вставил записку в стену плача с пожеланиями. И мы очень рады по информации из Равината, под которой записку потом достали его, там стоит пожелание о рождении Небесного Иерусалима. И мы надеемся, что это его пожелание исполнится. Следующая позитивная новость для нас – это назначение Иоэль Леона на пост посла Израиля в Украине, ну или на Украине, кто как произносит по-русски. Он, как вы знаете, ортодоксальный раввин. А ортодоксальные раввины, Яков Моисеевич, как мы с вами очень хорошо знаем, это те раввины, которые не признают, что государство Израиль, образованное в сегодняшней границе, является конечным государством для евреев. Для еврейского народа. Да, да. И ортодоксальные раввины поддерживают наше устремление в строительстве Небесного Иерусалима, что на 5 южных областях Украины будет построено вот то уже окончательное украино-еврейское или еврейско-украинское государство, царство, так назовем его, куда со вторым пришествием придет Машиах, или, как говорим, Машиах в местной украинской традиции. Вот. И мы сегодня имеем очень сильного союзника, который считает также, что евреи на земле должны обрести новую, большую страну, страну обетованную, там, где это будет развитие, бесконечное развитие еврейского и украинского народа. Вот такие главные позитивные новости всего лишь за буквально за 6-8 недель. Я думаю, что этого достаточно. Отлично. Вот. И это все шаг за шагом, кирпичик за кирпичик, укладывается в тот фундамент на фоне разрушения Украины, обезлюдивания и обезлюживания, и бегство, разрушение, крушение инфраструктуры, то, что происходит. Я иногда даже думаю, вот то, что мы с вами обсуждали на этих четырех картинах, может быть, это и та указана Богом, та дорога. По-другому нельзя было построить Небесный Иерусалим, если бы всего этого не случилось. Понимаете? Я вот тоже иногда думаю об этом. Если позволите, о тревогах. Вот из того, что меня встревожило в последнее время, в конце прошлого года МВФ опубликовал отчет, в котором украинцы оказались самыми бедными в Европе. Но когда я захожу в киевские рестораны, когда я езжу по городу и наблюдаю количество дорогих автомобилей, у меня это не вяжется с этим докладом. И со стороны МВФ это выглядит как какая-то компрометирующая акция по дискредитации украинцев в европейской семье народов. Вот что меня тревожит. Вот можете как-то это прокомментировать? Я думаю, что это манипуляции. Вы знаете, мы со своими референтками то ли на выходные, то ли по делам много летаем в Европу. Вот. И если взять
такие города, как Варшава, Бухарест, Будапешт, София, Кишинев и прочее, то я хочу сказать так, что там сразу видно по столицам, что украинцы живут гораздо богаче. Мы говорим сейчас о столицах, что киевляне, как минимум киевляне, то есть вся страна, намного богаче, чем жители всех этих государств. И сюда еще можно взять столицу Братиславу и все. Вы приезжаете в города, вы видите эти ужасные какие-то копеечные машины на улицах, нищие совершенно. Ну да, да, это совершенно не соответствует. И вы приезжаете в Киев, вы видите, что здесь Porsche, Mercedes не так, как там проехал, все смотрят, понимаете. Здесь это обычная рабочая лошадка, скажем так, наших украинцев. Я думаю, что это, конечно, манипуляции. Еще что здесь, если добавить, хочу сказать, что в принципе все кандидаты в президенты обращают внимание на построение малого и среднего бизнеса. И я хочу сказать, что это так и есть, это правильно. Вот. Только давайте посмотрим на малый и средний бизнес чуть-чуть с другой стороны. Русские, когда захватили Украину, начали строить верфи, авиазаводы, комбинаты, химию, индустрию, электронику и так далее, и так далее. Что было против естества украинского народа. Природно украинец — это вишневый садочек, бджолы, хата. Вот. А именно малый и средний бизнес строится на этом, понимаете? Не нужно на завод, на фабрику там, и все, и прочее. Вот. И мы, слава богу, с разрушением всего вот этого империума, имперскости вот этого в виде труб, фабрик, комбинатов перегонных и так далее, и прочее, в том числе и всяких этих, этой фундаментальной науки какой-то. Короче, наукоемких. Всего этого, короче, сложного очень для нас. Вот. И строя малый и средний бизнес, мы превращаемся в тех, кем, в принципе, изначально и должна быть украинская нация. Украинская нация – это нация мелких торговцев и мелких ремесленников. Именно в этом, а это есть малый бизнес. Именно в этом состоянии и в результате и будет существовать украинский народ. А то, что, скажем так, достаточно сложно и для чего нужно портить себе жизнь, там, добиваясь чего-то, изучая чего-то, строя какие-то очень сложные технологические процессы, и все, в небесном Иерусалиме это все сделают для украинцев евреи. Все это будет, но... А пользоваться будут все. Вот. И никто не будет обижен. И последний живой пример по тому, что украинцы бедные. Ну, какие же не бедные? Смотрите, наша Марина, прекрасная Марина, которая работала пресс-секретарем у прокурора генерального, купила дом у Ким Кардашьян, ее виллу. Кто хочет, тот добивается, понимаете, да? И заметьте, что против нее нет никаких дел уголовных, нет против нее этого коррупционных никаких дел и нет. Да. Она просто целеустремленная девушка, молодая, красивая женщина, которая идет по своему пути и добивается своего. И это может сделать любой украинец. Так точно, как это сделал еврейский украинец Ян Кум из Фастова. Из областного... из районного центра. Он создал этот WhatsApp. И сейчас мультимиллиардер. Да. А все дороги для украинцев открыты. А для того, чтобы это все делать не где-то в Польше или там в Румынии. Конечно, для этого и будет построен Небесный Иерусалим. Я думаю, это достойный ответ на отчет МВФ, компрометирующий, по сути, всю украинскую нацию. Беспардонный, я бы так назвал его. Времени у нас немного, будем завершать тогда. Да, в завершение хочу сказать. Вот мы говорили с вами про Владимира Быстрякова, так скажем, интегрального бытового антисемита. Непреднамеренного. Вот. В этом же шоу наш консул Watch отметил и другое, и позитивное, там, где он был. В течение одного шоу 3 раза зрители, сам Владимир и ведущий вспоминали о том, что Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне. Я связался со своими, скажем так, коллегами в России.
и спросил: скажите, пожалуйста, у вас на выборах, ну, вернее, мы с ними на «ты», слушай, вспомни, пожалуйста, у вас перед выборами президента вспоминали Моисея, 40 лет народа водил и так далее где-нибудь? Он говорит: нет, не помним. Вот. Ну, я, конечно же, говорю о людях уровня, там, кому я задал вопрос, это уровень Владимира Соловьева и его родственника. Вот. Я надеюсь, вы помните его фамилию, наш друг. Я позвонил коллегам в Германию. Я позвонил коллегам в Польшу. Я позвонил коллегам в Нью-Йорк. Никто из них, ни перед выборами Трампа, ни Дудки, ни Меркель, не вспомнит, чтобы кто-то говорил о 40 лет хождения народа с Моисеем. О чем это говорит? Что это сказание еврейское. Моисей, он еврей, и водил народ, Израиль, еврейский народ по пустыне. Для нас, для украинцев, является полностью своим и родным. Ввиду того, что сейчас, по отчетам того же Council Watch, практически ни одно шоу, ток-шоу, не обходится без того, чтобы кто-то не сказал, что мы, как народ, который Моисей водил 40 лет по пустыне, ни одного нет шоу, везде, всегда. Это говорит о том, что еврейский и украинский народ – это один и тот же народ. Просто украинцы – это они как одичалые евреи. Они, вот с нами происходит то, что еврейским народом 2000 лет назад, то есть вот этот разрыв в 2000 лет в возрасте народа, он все равно проявляется. И то, что сегодня везде постоянно вспоминается Моисей и народ Израиля, который водили по пустыне, и себя, и украинцы себя отождествляют с этой ситуацией, с этим народом, говорит о том, что будущее у небесного Иерусалима, безусловно, неотвратимо. Но и это еще не все. Если вспомнить о том, что хождение нашего народа по пустыне началось в 1991 году, во всяком случае, так всеми, ну, признано де-факто, а к 1991 году добавить 40 лет хождения по пустыне, то мы получаем 2031 год. Это когда будет построен Небесный Иерусалим, еврейско-украинское государство на территории нынешней Украины. Не всей, не всей. Как вы помните, это перекликается с нашим проектом строительства Небесного Иерусалима, который должен быть построен быть в 29-м году, 5 плюс, от 14-го, 5 плюс 5 плюс 5. Но что такое в истории 29 или 31 год? Ничего, это ничего не значит. Ну, 91 год вышли в пустыню, ходят и думают, что сейчас на выборах возникнет Моисей, который выведет их из пустыни. Нет, не выведет. Нет, нужно пройти этот путь до конца. Как это показано в этих картинах. Вот этот путь показан в этих картинах. Этот путь закончится, может, 29-м, может, 30-м, может, 31-м. Именно когда будет создан Небесный Иерусалим, именно тогда закончится вот этот жестокий и, казалось бы, на сегодня бесконечный путь в пустыне. И это неотвратимо. Неотвратимо.